В каждой вере есть свои фанаты. Разве ж проповедует Коран, чтобы поднимался брат на брата? Но не всем, как видно, разум дан, а до сих пор не принимает сердце крестоносца всевших огонь, на кострах сжигавших иноверцев, лишь за то, что Бог у них другой. Есть фанаты и средь иудеев, что иной религии не чтут. Но пришли мы в этот мир, надеясь, что одна судьба у нас и суд, что для всех религий места хватит, как тепла и доброты на всех. Вновь земля своею кровью платит за чужую ненависть и грех.